Ну. Вот, там первый вот этот вот мини-босс там, Ну, я понял, понял. вот, там он лужи кидает, лужи бьют, плюс таки в Гере навешивают. Сдох один хил, короче. Войд Ну. говорит, вы что, дебилы хилы? В луже нельзя стоять. Потом после одного хила сдыхает Бузер. Вот вы что, вообще конченые дебилы? Говорит, в луже стоять. О, потом еще один хил сдыхает, и после него сразу Алиса. Вот, Войд такой, ну что, ложимся, все, идите в жопу, короче. Начисляет 7 по сотке ГП. Алиса, в смысле мне ГП? Я за 100 метров стояла от лужи. Ей линкует. Алиса, ты вот, ну, по факту сдохла от лужи. Ну, не потому что она стояла, а потому что она стояла, на нее навешались стаки, и она сдохла от стаков. От дот, который лужа навешивает. Если бы она раньше вышла, она бы, короче, не сдохла. Вот, начался срач, почему мне ГП. Я, короче, такая Ой, плюс я поставил. вся хорошая, мне Ты чего, вырос? начисляют ГП. Угу. Так он с нами и не был ведь на этом, на том, когда. Вот. Ну и, короче, словом за слово, чем-то постол, она стояла, ее никто не любит, ее все унижают, все прищемляют. Войт говорит, вообще рот закрой, иди в жопу. Ну, слушал, 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 взял, короче, кикнул ее с рейда вообще. Вот. Ну и что, она там пописала какую-то фигню в чат. Я ей говорю, Алиса, успокойся, все нормально, короче. Что, девочка 16 лет, гормоны играют, был послан нахер, причем не на простой нахер, а нахер Вайда. Вот. И, короче, потом она ливает в гильдию и идет в гильдию к Бестлову за своего ДКшника. Вот. Ну и что, всем Что обидно, за гильдия, конечно. Бэтхолл? Ну, этот, короче, не Best Love гильдия, а Best Love вот этого, ну, рога, короче. Ну, которого Вайду предлагали объединиться, короче. Вот, идут они, идет, короче, туда, там сидит. Вот, ну, мы вчера разговариваем, разговариваем, типа, Алиса вся такая, слишком много от нее мата, слишком много негатива, все такое, но обидно все равно, танк ей по А фулу что, хотели. управление экипировкой снялось, что ли? Да, Да, скинулись, да. удалились все На, комплекты, надо заново на, надо найти. теперь по, за. Сука. Вот. Ну и, короче, вон сегодня она опять в гильдию. Хотя перед этим мне вот что пишет ВКонтакте, короче. Сейчас я тебе зачитаю. Так. Сейчас опять сек. Так она вступила обратно или нет? Ну, она паладином обратно вступила. Пишет такая, сердечко ко мне. Потом, мне вас не хватает, я говорю, головой думай, прежде чем что-то делать. Она мне отвечает, короче, неважно, я уже устала от вас, не в плохом смысле, мне очень быстро надоедают люди. Я хз, как я вас так долго, у вас так долго продержалась. Я пишу, ты некрасиво поступила, тебе фул ДК одели, и ты ливнула. Мне фул ДК одели, у меня до сих пор говно шмот на ДД, нет фул бисов в танке. У меня ДД из говна и палок собран. Я говорю, ну, что, говорю, удачи тебе там. Пускай тебя там так же терпят, как и здесь терпели. Она такая, знак вопроса, терпеть? Типа, кто меня здесь терпел? Ну, я дальше вообще ничего не стал отвечать. А сегодня, короче, в РБК. Что ты собираешь? Сегодня в РБК был с Бестловым, но он меня еще поджог, он знает моего вара. Ну и что там, это, поговорили с ним, я говорю, вот где там ДК. Это, вступил в гильдию, короче, рассказал, как дело было на этом. Он такой, ну, что тебе сказать, говорит, ну, по факту на РТ она вряд ли попадет в мейнстатик, потому что, короче, у нас своих танков Блад ДК до жопы просто. Вот, а если она еще тупенькая, то как бы у нее вообще шансов нету. А если она будет ГМом, ну, и ко мне, в частности, экзамом подлизываться, то я ее сразу с гильдии кикну. Я говорю, ну, окей. Я говорю, просто, чтоб ты знал. Вот. Ну и потом смотрю, короче, где-то я с ним 1,5 часа назад был в гильдии, ой, в гильдии, в РБК, и, короче, смотрю, Войт Твина ее берет А в чё гильдию ты, Вой, обратно. ты игноришь? Она мне нап... Ты, а чё Алису игноришь? Она мне Да потому написала. что я не хочу себе голову засирать этим говном. Вот это мне в писанина в ПМ. Я люблю тебя, мне это не надо. Она скучает. Чуть не, ну Да. она, блин, серьезная и слишком много позволяет. Это вот. Ну, после, ну, сколько раз это было, и выбор там падал, и вот эти крики начинаются в рейдах. Ну, я не люблю такие истерики. Человек
танчит, и то тьму никогда не танчит, не получается. Ну, серьезно, ну вот очень-очень много раз. Я уже из Турбо об этом вот вчера сидели, разговаривали, и с Микстуркой. Ну, Микстурыч говорит, я больше чем уверен, она обратно попробует. После разговора с Бестловым, я не знаю. Ну, вот видишь, ты и Плавин уже сказал, может быть, если это не за это. Если она будет, если ее возьмут обратно в гильдию, там Тёма возьмет, если она пойдет в рейд, то она будет с Мутом сидеть, потому что я не хочу слушать такие крики. И люди постоянно говорят, ну что это такое? Они ей дают Мут, просто я дам Мут и все. Не, ну просто серьезно, много прощается. Ой, да она девочка, ей 16 лет, ну да что с нее взять? Ой, ну послала она мужика там 40-летнего нахер. Ну с кем не бывает, ну да ладно, ну что сделаешь? Не, ну она же девочка, ей 16 лет, да еще и тупенькая. Ну давайте ее будем терпеть, давайте. Вот здравствуйте, дали ГП, вот. Причем ГП дали не одно, я всем, ну кто затупил. Нет, все, обида, печаль какая-то, лив с гильдии пошел сразу. Ну зачем это? Я когда с тобой посрался, я даже не думал ливать с гильдии. Максимум бы, что забил на вов, если бы эта ситуация не разрешилась. Вот. Посидели, пообщались, поняли, в чем у кого какие, как бы, ну, друг другу какие вопросы, порешали, все стало нормально на свои места. Вот. И даже ввели новое правило в этот, как это называется, в ЕПРП. Вот. Ну а здесь просто все на эмоциях, блин. А может, вот Микстурка вообще говорит, что она, типа, давно уже хотела ливнуть, здесь как бы оделась до нормального эквипа и, типа, пошла там в гильдию, которая фул закрывает. И мастер вчера такой, типа, пишет ей, а что ты сразу в топовую гильдию-то вступила, где все закрывает? Она говорит, а что мне с вами с раками сидеть? Он нормально, да? Ну, не знаю. Так вопрос в том, что она там не сможет танчить нормально. Так в том-то и прикол, то, что, ну, извини меня... Ее здесь за ручку водят, говорят, как что делать, как где она что ошибается. Причем она, когда ей что-то говорят правильно, она берет и нахер посылает, извини меня. О, там такого не будет, там она не на особых правах будет. Да. Да. Войт, ты, кстати, в курсе, что ты в Каругер сегодня идешь? Что ты в Каругер идешь? Ну, чем быстрее мы соберемся, тем лучше. То есть да. После этого, как его, до 6 часов идем. Потом идем в Цалка 25 обычку. После, а если не успеем, то это пронос. Да. Если не успеваем, то после 25 обычки идем дальше проходить кару. А, то есть мы сегодня до целка, ну, начнем, а после еще продолжим. Да, да, конечно. Ну, круто. Время позволяет. Ну да, сегодня выходной, завтра выходной. Всем привет, вы про чё? А мы про Алису, какая она хорошая. А мне на неё похуй, вы куда собрались там, после РС? На РС. Объясни. Мы в РС. Так после РС там чё до целка, что? А это мы собирать. Кстати, смотри, у меня сейчас 45 кристаллов до 4 плюса. Даже если... вчера сделали этому Эльрей или нет? Да, да, закрыли. Ну-ка напомните. Вот паладин Муролоес. Этот дурачок, да, он? Я вообще не в курсе, кто это. А, ну, кто-то... Я видел, что он рейтерик. Нет, стример кого? этот... Стример другой, его, там... Миллиодес Прайм. Миллиодес Прайм какой-то, ну... А, нет, да. Короче, я сидел в чате, его гнобил тролль. Он ливнул с гильдии, а недавно его встречал. Я говорю, огры, привет. Говорю, а чё ты, говорит, это... В гильдию в другую, говорит, с этой ливнул в другую пошел. Он говорит, а чё, говорит, мне у Вайдана под сосе сидеть? Говорит... Передай, говорит, этому Ишаку, что я... Ну, я там скрин не делал. Ну, короче, что-то как-то он на Вайда сказал. Бедный Войт, мне его жалко даже.
Тёма, у тебя сейчас хэпал или протопал? Прото. Да я думаю нахуй этого холипала, потому что, ну блять, не увожу я им на 100%. Ну пока что там вроде какой-то образовался, тот же лок. Холипала будет ходить нормально. Привет всем. Здорово. Здорово. Вой, ты уже собираешь ОРС-ку? Да. Оставишь слот, у меня тут обнова на 181. Ну, конечно. Это кто говорит? Это Ян. А, все, да, конечно. Счет с третьей категории нормально у тебя? Угу. Да. Ну все, отлично. Теперь другая проблема у меня, блядь, работа появилась. Ну ничего, в чем проблема-то? Уволься. Поэтому теперь в рейдах буду проблем появляться не так часто. Ну, в смысле, на рейд ты ж будешь, правильно? Когда-то. Часа три. Начальника садишь на ВОВ. Машу да, ебашите вдвоем. Все, но. Ебашите вдвоем, все, блядь. Хочешь начальника играть, блядь. Да, сомнительно, будешь... что в баре, блядь, я с начальником смогу во время рабочего процесса, блядь, играть в ВОВ. Так он тебе скажет, ебаный урод, пошли нахуй, надо идти, блядь. Закрывать тебя не хватает, нахуй. Ебать его в рот, этот бар. Все, ВОВ, это жизнь, нахуй. Вов, это вы! Сказал челик, которому Войт приехал в гости, потому что он не выносил лужу. На малиновой девятке, если что, приехал. Не выносил что? Осквернение? Не выносил что-то, ну что-то не выносил, там какой-нибудь любой дебаф. Осквернение, чуму, какая разница. Просто Войт к нему приехал и все. Ой, да ебать, что-то так лагает, я не пойму, ебаный в рот, блядь. Войт, сколько тебе лет, что у тебя малиновая девятка? Мне 27. Не, о, Лада, седан, баклажан. Ожидаемо. А не малиновая девятка, нахуй. Угу. Чай, логнусь. А чё ты, Таурена, ты чё, респектнул, или у тебя был Таурен? А, Войт? Кто, я? Да. Почему Нага? One Love. А у меня и этот нахуй. Пишет, что ты Таурен. Это наебало. Картинка, ёпт. Ну, картинка я... Таурена, нахуй. Не, ну я Нага сейчас не знаю. Я тебе реально говорю, картинка Таурена, блядь. Бабы. Знаешь, этот, короче, ну вот, когда в пати, да, и ты на далеком расстоянии, картинка этого. Просто или это Таурен там, или это, да, вот, картинка Таурена бабы, блядь. Понял, да? Угу. Я Нагу. Чё, взял... сколько там уже мест? Так, RDD241 Элем. Не-не-не, не бери этого Элем, я же за Элем зайду. Спросил, сколько даст ДПС, сейчас он скажет. Доброго времени суток, молодые здорово. Люди. Много. Здорово, не особо привет. Молодой. Бля, кстати, Клава пиздатая, нахуй. Светится. Цветами радуги, бля. Это она поначалу пиздатая, а потом привыкнешь. Да, чё, надо, я вот привыкаю. Челик мне пишет, стабильно 4,5, смотря какие бафы. Бывает 5200, рекаунт показывает. Что ему сказать? RS25 опыт. Не знаю, похвали его. Скажи, ты молодец, все нормально. Все нормально, сходи в другой рейд. Здорово, ребят. Здорово. Ну, привет. Привет. Чё вы творите? РС-ку. 25 обычка. Чё, даже вагоном из-за Геры не возьмёте? Настырный челик, я ебу. Нет. Скажи, у нас будет один шаман вагон. Скажи, этот, есть паладин, который Гера даёт.
Дурачка включить, да? Ну ладно, сейчас так и напишу. Чё, так можно было? Конечно. Не-не, в смысле дурачка включить, а в охуе надо... Тёма, чё, у вас место там есть? Есть, есть, заходи, плюсу в гильдию. Пафнирский, ты в ГИСе? И этот, Клык. Да. В следующий раз... Да будь мне на команду ставить. Слышишь, Клык, в следующий раз, как этот, ну, то есть будешь уходить на работу, ты как его, играть не сможешь. Напиши мне или письмом, или в этот, я застопаю тебе ИП-ху или ГП-ху. Ну, и ПГП. Чтобы я не... Я как сейчас помню, у меня было 5738 ЕП. А ГП? Серьезные цифры, на самом деле. Ну, я возвращать не буду. Да, ну понятно. Что-то запарется насчет этого. Все равно это быстро, если играть начнешь сейчас, оно быстро наберется. Так, вот это другое дело. LM255 или какой-то чего. Тут я даже не буду спрашивать, просто возьму. О, блядь. 700 лотов. Я вчера, короче... Ого, легенда. Легенда в рейде, алло. Короче, какая слышишь? Легенда? Ракета. Где? Где она, легенда? На БГ. Вафнирский, ты... Второй спек какой? Бля, войс, в каком надо, в таком пойду. Какой сейчас второй спек у тебя? ДЦ ШП. Так, в ШП сколько даешь? Демон будет 8-9 кусков. О, отлично. Ну покажи. Ну быстро, ну быстро. Нет, тень не взял, 260. О, нормально, чё. Просто... Тень, а нормально ДЦ. Магазин порой мы картоху вначале взвешиваем, потом закладываем. Блять, чувак стримит, как он сосет на Элиме на БХ. Вот это, блять, контент. Контент 18+. Контент, который мы заслужили, молодые люди. Это ракета? Да. Да. Пока что это сейчас, когда сделали перенос. До этого он был, блять, в топе на БГ. Когда сделали этот? Много раз был, много раз вместе с ним. Я тоже был много раз. Выигрывали и проигрывали, соответственно, состав пати какой будет. Если не долбоебы, то выигрываем. Один человек не тащит на БГ. Но в рейтинге он был в топе. Но если это войд? Ебать, я же дорогой в рейтинге все время в топе, мне все равно рейтинг, блядь, снижает. Ну, как тебе, тебе счет? У меня даже скрин валяется. У меня скрин валяется. Он был первое место. На Варсонге, короче, первое место по киллам, 28-1. Один флаг я вернул, и мне все равно сняло минус 10 рейтинга. Я тогда, блядь, это забил потому воров. Что этот, как его, эффективность. Ну, а там система. На каждом БГ надо набирать эффективность. Набираешь, тогда с тебя не снимает ни хрена за проигрыш. Да это-то я понял. Это тот момент, который стал переломным, когда я забил, блядь, на... А теперь в топе постоянно ханты, нахуй. В топе я всегда. Угу. В конце, да? Так, что мне надо сделать? Бля, где рейдеры опять все? Кто? Рейдеры. Пидеры? Да, пидеры. Пидеры и рейдеры. Сейчас заходит один. Самокритичный. Я каждый проверял. Грин море. Какие-то челики без заметок. Твинк без заметки. Кто это? Да. Грин море. Паладин. Третья ката. Хер пойми. 0 ЕП. Я не знаю. Потому что, наверное, кто-то его взял и заметки не заполнил. Мудаки! Войт. Или что? Хотя бы, чтобы он написал. У меня к тебе предложение есть. Ты не хочешь часть своих обязанностей делегировать на других людей? Например?
ну, например, так сказать, организации гильдии и все такое прочее. Я уверен, что ты охуеваешь. Ладно, по-другому, на кого? Ну, выделить желающих, как бы, создать для начала хотя бы КЛов, чтобы можно было разобраться, кто, блядь, есть и так далее. КЛ класс лидеров. Ну, есть в Дискорде канал, там написаны люди, ветераны гильдии, которые могут по определенным классам подсказать, как играть. Нет, КЛ нужен не для того, чтобы, как бы, типа, новичкам объяснить, как ебошить. КЛ нужен для того, чтобы, как бы, когда ты, грубо говоря, формируешь рейд, тебе уже КЛы подсказывают, кто из классов будет, кто не будет, то есть по игрокам. Ну, я сам это прекрасно вижу. Войду нужны те, кто будет рейдовать. Нужны рейд-лидеры, которые... Вот сейчас, допустим, Тёма онлайн, он может рейлить целка 25-ок. Если бы его не было онлайн, пришлось бы мне это рейлить. А у меня плюс 4 от сервера. Ну, у меня тоже плюс 4. Вот. Поэтому, чем больше рейд-лидеров, которые могут провести любой рейд, тем лучше гильдия будет. Пиздец. Ебать, зелье беспокойного сна, нахуй. Из-за этого ебаного кошмарика стоит косарь голды за 10 штук, блядь, для квеста. Да-да-да. Так, толстая обрезка кожи, бля. А вы Оню уже убивали, да? Викли? Ну да. Было уже два. Блять. Швайнштайгер. Чё, блядь, нерубский хитин стоит? О, вот это уже цена, да. Он же фармится налегке, этот хитин. Да пиздец, по 200 голды за стак, давай охуели, что ли, блядь. Он идёшь, блядь, возжёл неруб, блядь, и сам фармишь его в соло его. В обычке. Паканный, блядь. Ой, блядь. Ещё арктический мех иногда падает. Чё там, много народу? 5 слотов. Ну, пока добираешь, я тут зайду. Лохота сделаю белик хотя бы. Заебись, пойду чайку заварю. Сейчас возьму, как заролю чешку. Хуешку. И она пойдет по ГП. Конечно. Я вот возьму и за роль. Что привело тебя сюда? Текст не влазит в натуре. Не подумали об этом, пацаны. Берегись. Ебать! Сколько ж там бонусов? Где? На шмотки ДКшные. На РП зачем-то. Пока не активно. Тесто добирают в гильдию Global, бля. А, пока добирают. Сильная гильдия, ГМ адекватный, как бы, да. Ритос, нормальная гильдия или нет? Ну, нормальная. В смысле, ну, пошел нафиг. Ладный человек.
Да, так могу еще 3D-лика замутить, бля. Зачем выбивать Т5, если бонус не видно? Тёма! Йо. Мне в ДД? Ну, ты сможешь тьму оттанчить или свет? Водить его по кругу? Что там танчить-то? По кругу? Короче, вот прошлое... Давай в ДД. Войт такой, ну, да, тьму потанчу, замечательно. Говорю, Войт, тебя лучами порежет. Не, говорит, нормально. Войт, порежет сейчас. Да не, нормально. Хорошо. Вот там следить только надо, блядь, и пиздец. То же самое, как и в каре Гер. Идентично. А, блядь, пиздец, за маунтов теперь не вижу. Ниже рейтинг на арене 1900, блядь, 20к хонора. Вы охуели, что ли, блядь? Ну ладно, оставим. Тогда хонор. Не буду покупать у него эти камешки. Что-то мне кажется, что ДПС порезали немножко. Скиллы проверил? Да, прям первым делом. Или можешь сказать, а как я, нахуй? Как у меня пропало 3% крита, блядь? Может. Может быть. Да нет, вроде магия. Нет, урон просто не так ощущает. Блин, такой, знаешь... Не, да, выкинь, да. Сейчас заходишь в магию, хуяк, 41 крита. Я думаю, да ну нахуй, да? Куда крит делся, да? Ближний бой 50%. Нормально, думаю, да. Хотя она больше, бля. Тетя Люся, я тащуся. А, я тебе не рассказывал, какое у меня разочарование на Виклике было? Чё? Ну, короче, пошел я за шамана. Такой, все нормально, там сделал. Ты ну, что, шаманом? Что? Нет, это дружане моего чар. Он особо не играет, а я там помогаю, хожу его. Лапс, который? А? Эпасу. Эпасу. Ну и, а короче... А он в гильдии? Он в гильдии. Я не вижу, но нормально. Ну, потому что... Пуги, что ли? Угу. Ага. О, замечательно. Давай, да, Лока присумоним, погнали вниз, нахуй. Одно место будет, оставь, место. Не забудь. А, вот я одно щас... место. Магов нету в рейде. А бог с ними, нужны ну, они. 3% крита. Я сейчас вот я ласта уже добил. Тыкнешь. Пан, тыкни на этот. Лока засуманил, погнали нахуй вынес. Там, блядь, этот. Засуманил. Пошли. И того мы засуманили. Вон в рубиновом святилище. Где ебучая трава, блядь? Что, ничего не растет? Нет. Так, теперь из наших, кто... Кому там в каре Гера? Какие квесты надо? Мне Молчезара надо. Молчезара. Мне тоже Молчезара надо. У меня где пустоты вроде. Да я понял. Кому-то погибель нужна. Ну, будем всех нахуй чистить, значит. А на Молчезара без гнева пустоты можно попасть? Можно. Нет. Можно на всех попасть без гнева пустоты. Я что, с дискордом промазывал, или вы что, в кару пошли?
Нет, не промазал. Сейчас бы Дискорд дам миссать. Да что, давай, пойдем галсом, блядь. Марка, добери. Один ливнул. Вон турбо возьми. А, вон турбо когда... На у него паладины, может, пойти. А что за остров Форбс? Я не знаю, Войт спрашивал, я не в курсе. Что там тому про остров рассказать, кто спрашивал? Юша Метелкин, реальный остров. А, остров Форбс, это, наверное, у этих, блин, ну... Короче, а если у тебя лоялка 20+, ты можешь туда попасть, если у тебя во вкладке общая есть туда порт. Там можно, короче, на скачки деньги ставить, на петушиные бои ставить. Там, получается, лили, короче, рулетка, банкиры, аукционеры, все там. Во, блин, нифига, у меня 4-я випка была, я даже не знал об этом. Да ладно. Бои — это бои паладинов? Ну да, там двое паладинов в баблах. Нет, там просто два, это, скажи, как они, долгоноги. В Молгорище долгоноги там бегут. Вот, и два долгонога, короче, долбятся. А эти скачки, там рандомно на лошадей кидается замедление и ускорение. Ты ставишь на лошадь, и можно выиграть деньги. Еще там выпивка есть, короче, фиолетовая. Ну, там ценник космос занимается. Нормально, чё? Ну, чисто, знаешь, для донатеров так. Рисанулись и всё. Так, все, захожу. Чё, мне в танке? Ну, бля, чат. Ракета, как ваше величество сюда попало? Короче, Ленин, да. Свой, свою ссылку. Это, если что, в принципе, могу за кого, за какого-нибудь вина ходить. Ну, я не знаю, кто мне аккаунт даст. Мага там, не знаю. Блять. Танк пропал. Пиздец, что за хуйня-то, нахуй? А, сеты? Да, после патча у всех слетели. Поздравляю, перезаписывайте. Кто пропали? Макросы? Не, сеты вот эти, которые ты записываешь, экипировки. Вообще просто ху ему в лицо вот так. Ебать, ты сказал, просто как-то отрезал. Это как Виталий. То же самое, говорит, что сахар сладкий, а вода жидкая. Чтобы вода была горячая, ее нужно подогреть просто его. Чё, я по синтаске, короче, раскидаю нахуй. Всё хуйня нахуй, ракеты затащит. Чём, распредели, чё мне там бафать и кому. Свободное назначение поставь, тогда буду спину. Чё? Так, господа хорошие, у меня такой вопрос. А для РСК что должно быть закрыто? За? Нет, со проф. Проф. А, ну тогда нормально. По-моему, там... Будет меня и меня. Фафнер, у меня Атюна нету в дэнш. А, у меня проф не закрыт, замечательно. Ну, проф не закрыт. Без профа, по-моему, пускают в РС, не? Нет. Ну, а подожди, сейчас проверю лицом. Да, не пускает без профов в ТВРС-ку. А, ну нельзя применить, все, значит, меняйте. Мага добери.
Да, в танке. Пан, повесь по нам прото, пожалуйста, на 30 минут. Ага, все вижу. Саш. Кому она не нужна? Говно не пускает. Есть у кого-нибудь какой твинк, я в РС схожу? Нет. Блин. Чтоб ты потом опять плакал, что ты что-то сролил? Или чтоб брюль выпал? Ну, наверное, да. Давай, я командира заберу сейчас. Где он, блин? По командиру играйте, пожалуйста. Все отлично есть командира. Давай дальше, что ли, отвести надо. Бля, на новой клавиатуре пиздата, кстати. Я одного забрал там. А давай по уешим. Косты затыкайте прободителем, чтоб не откидывали. Лисма, лети в инст. Тут бьет крэш, идет бой. Нормально, я держу их. Холибалу. Чё? Инер Холибал. Не могу пригласить члена другой группы. Мазарати, дай по рыбка в латах Инер. Его мясо на острове, потому что на боях. Да, по приору для гильдии. Не, пан, держи, я тех схвачу. Сейчас добьем одного, один останется, потом командира с меня заберешь просто все.
А ты одна сова в рейде, что ли? Да. Кения, ты тут? Твоя сила на исходе. У тебя есть ЧП? Скоро ты присоединишься к своим. Пан, командира забери. О, забери, точечно, пожалуйста. Угу, отводи его нахер. Играйте по командиру. Да холики не мешают, но у меня 5 хилов. Закинул на гору. Играйте по пробудителям, ребят. Ты тьму потанчишь? Угу. Лисма, ты в Дисе? Сейчас я подведу, не надо сюда бежать, их сразу агрить. Пань, сюда чуть-чуть ближе. Ну кого там побежал? Че, мага нет?
админкой. Всем здрасте. Здорово. Пишет такой челик, кто откроет путь в Долоран. Хорош вообще. Есть у кого здесь ЛХ-шный камень, темный нефрит? Пан, а на темном Фениксе это 310, нет? Полетка. По-моему, 208. Потом как выйдешь, инста, проверь, пожалуйста. Да сейчас-то не надо что-то. Здесь 8. Угу, спасибо. Ну то про какого маунта? Про темного Феникс. За 200 кагалды, которые. А, так говорили же он 310 типа, не? Алар 310 вроде бы. Не, я знаю то, что Алар 310, Иони, по-моему, 310. Шкаф, салон. Рэл, тут третий танк не нужен тебе? Давай я приспеку. Ну так, три танка. Танка-то три. Короче, рыбу я поставил. А, вон рыбу поставили. Диз заходит, пишет. Аскета нету. Ебать, вы не берете ауту, блядь.
танчу, кот или там. Ассиста, да, я подсчет подаю, что. Цирк приехал. Перед лицом не стойте. Так я не стоял, я подошел только к компу. Я только хотел от него отбежать и упал. Ладно, пусть. Ну да, я вообще, я просто на работе был, только пришел. Я думал, я же по РДП, я же по РДП играю с работы дома. Двое сильнее страдания. Иду! Нет, это не я, блин. Да не упало, Саша. Не рискуй, Саша. Пана, хильте, шаманы. Вижу. Лёг. Собери попил. Любую кофе вы доливаете? Чуть тебя хуярит жёлтый, ребят.
Хорошо, норм. А у нас магов нету, да? Маг, дай МК, пожалуйста, сове. Клык. Ау. Активацию убирай. Пацаны, у нас маг бракованный. Ща он тебе, бля, по ДПСу покажет, кто тут бракованный. Ну мерьтесь, пока турбо нету. Да он уже тут. Так он уже тут. За мага? Да. Ну, это давно. Я шахарю, ща он покажет, кто тут бракова. Так фаеры все китайские. Выдашь в аркане столько, сколько он в фаере, тогда поговори. Честно, без пиздежа магом ни разу не играл. Турбо из кузовца. Он будет платный, да? Видали, да? Видали, какая чипка? Я пока 80-я. Ладно, дальнюю, пожалуйста. Да ладно, я полежу. Там хили он. Он мне МК не давал, не буду подниматься.
Угу, спина. Подошел там. Да я сейчас священную жертву еще прожил. Нормально. Уже прожил. Короче, био 15 секунд уже не могу. Давай. Войт, если что, у меня тоже есть жертва. Даже в ДД. Не могу. Говори. Рыбу поставил. Да похуй, тут три наплыва. Точнее два. Нормально будет. Звезду представь. А подскажите, что за проблема может быть? Вот я стою в упор к боссу, да, вот я даже отошел чуть-чуть назад, чтобы он передо мной был. А он, я вот бью его, а он мне пишет цель вне поля видимости. Релод сделай. Да, половина стрелы помогает. Поставь, пожалуйста, этот банк. А кто выходит на третью фазу? Тут надо возвратить сейчас. Выйди. Раз мы впади спали тьму. Этот мир вот-вот соскользнет в бездну. Вам выпала честь. Узреть начало эры. Кот, уйди отсюда. Кот, уйди отсюда. На пол, надеюсь, на меня сделали. Чопс не тот. Бежать не будешь, что ли? Две сагвы дали. Пан. Метеор. Метеор! Дал сейф.
умираем или нет? Первый раз просто скажу. Не стойте так близко к боссу. Там можно стоять очень просто далеко. Просто когда он кастует, можно уже бежать, не стоять и план не делать. Да не в том дело. Сейчас метеор просто кинулся в милика, который стоял ровно под боссом. И сюда прошел Сафайр. Так добери сразу на этого полибомба. Иди, где кого-нибудь стоит, но если есть. Возьми милишника, да и все. Не-не-не-не-не, я не в состоянии, я слепой. Хлебал. Ой, ну давай теперь вспоминать все, что было. Вон, лок у тебя есть. Скользнет в бездну. Вам выпало. Че, забегаем или нет? Узреть начало эры разрушения. Кинь звездочки, Devil Lock. Звездочку он говорит, что сможет поводить во тьме. На полный медвей не разбоем. Да ну, нормально. Файер, выйдите. Будет. Блять, вы что, ебанутый? На правой в луже стоите, блять. В мире сумерек вы найдете лишь страдания. Проходить? Скажи, за какой он двигается. Тапоч вышел. Не спал. Поворачивай, босс. Стерегайтесь тени. Чопс. Геро. Лисма, встать можешь?
не может. Что, поднять кухон, красава? Слык. Да успокойся, что я вижу. Нормально. Да и ты. Ну я близко, когда я подошел к лесу. Можешь поднять меня, я подниму лесу. Метеор перебежали. Блять, повернуть чуть-чуть. Блять, нахуя ты его поднял? Меня бы поднял, я бы его рискнул. Некрозат либо АФК, либо хуй знает, прям в луже стоит. Во тьме. Стоит. Нормально, читает. Метеор побежали. Там кстати кто-нибудь туда вышел, нет? Это C-Display. Кого-то поднять? Давай. Сам себя. Поднять ты можешь? Джонни. Вы заебали, блядь. Что за Вася, ебать? Я его жду. А кто диспейлил тьму? Да там метку не вытащили даже, не вынесли. А, да, нам еще надо метки, блядь, анонсить. Ясно. Этот некрозат либо АФК, либо вылетел, я хуй знает, он прям в лужу стоял. Первую лужу стоял, ну, он тупо стоял. Че, снова в свету? Нет, я от лица помню. Да, и... Нет. Нет, давай. Я понял. Каждый лес же вроде.